блистательный. Расскажите нам про сегодняшнее мероприятие, как оно прошло. Первый блок, насколько я понял, уже закончился. Вывели шикарно. Спасибо. Немножко вкратце, пожалуйста, расскажите про сегодняшнее мероприятие. Ну, во-первых, мне очень приятно слышать в свой адрес такие слова, что мы отвели шикарно, потому что волнение, тем не менее, было. Все-таки мероприятие посвящено 75-летию победы советского народа над фашизмом. И это, знаете, придает, во-первых, гордости за то мероприятие, которое мы ведем, а во-вторых, конечно, было волнение, потому что вы видели, каких прекрасных людей, каких почетных гостей мы вызывали на сцену и награждали, и номинации были достаточно серьезные. Какие у меня впечатления? Я счастлива, что я лично стояла на сцене с такими людьми. А совместить формат такого праздника и в то же время такого торжества, такой, ну, щепетильный на самом деле момент, и мне кажется, что организаторам это удалось, потому что сегодня со сцены звучали стихи о войне, военные песни, и в то же время современные песни и современные танцы. И это вот такое совмещение стилей, жанров, эклектика. Да, но все-таки я считаю, что это важное культурное, такое историческое событие в жизни не только Москвы, но и всей нашей страны. И хочется верить, что эта премия станет ежегодной, потому что люди должны знать героев сегодняшнего времени. То есть мы знаем героев прошлых лет, космонавтов, героев Великой Отечественной войны, но кто он, герой сегодняшнего времени? Именно на него в том числе должны ориентироваться наши дети. Поэтому сегодня здесь самые настоящие герои, выдающиеся люди. Я очень рада, что меня включили в эту такую заслуживающую уважение и внимание плеяду. Естественно, болел за своих товарищей. В любом случае, они номинанты. Даже пришлось пока свою позицию отменить в сторону. Вот, сказать рано, в следующем году. А вечер прекрасный, интересный. Довольно большое обилие хороших людей, которые уже добились в этой жизни многого и утвердились в своей черной точке, что они много внесли. Только аплодисменты.